Они все видят, все слышат, все знают. Это их работа. Их четверо, и они семья. Лариса и Виктор, бывшие сотрудники особого отдела наружного наблюдения главной спецслужбы страны. Сегодня они в отставке, но продолжают работать по специальности. Им помогают сыновья Дима и Саша. Их не видят, не слышат. О них знают только избранные. Их называют невидимки. Оглядитесь. За вами никто не следит. Я не могу, Витя, не могу. Но это же моя дочь, Витя. Ну, моя же дочь, это Витя, Витя, это моя дочь. Так разбилась, ну, помоги, я прошу тебя. Ну, Павел, я тебя очень понимаю, я сочувствую твоему горю. Но расследование – это не наш профиль. Витя, я тебя как друга прошу. Ну, помоги, ну, ну, найди убийцу, Витя, ну. Ну, хочешь, я перед тобой на колени встану, ну, хочешь, на, вот. Ты чё, ну. Ну, допустим, я соглашусь. Тогда скажи мне, а почему ты считаешь, что твою дочь убили? Вон твой следователь Карпенко. Он считает, что это или несчастный случай, или самоубийство. А ведь он у тебя один из лучших профессионалов. Витя, я тебе все объясню. Пойдем ко мне домой. Че, мать сама упала или случайно вернулась? Такого деда, такой внук, говорит. Твой дед герой России. В горячке точки воевал. Щенок, а? Что, опять? Я тебе в армию зашлю, сволочь! Не зашлешь, дед. Сам же я отмазал. Ладно, дед, я тоже тебя люблю. Давай. Ну да, Павлович, пусть земля и будет пухом. Помянем. Спасибо. Марк Моисеевич, отец моей первой жены, матери Ниночки, оставил Ниночке все свое состояние. 3 месяца назад он умер. А Ниночке так и не успела вступить в права наследования. Там столько условий наморочено, закручено. Да. Значит, ты считаешь, что это все из-за наследства? Да. Да, Витя. Старый еврей. Он так себя сам называл. Хороший мужик был и предусмотрительный. В своем завещании он написал, в случае Ниночкиной смерти, если она не успела вступить в права наследования, то весь его капитал делится на равные 4 доли. Кто сонаследники? Ну, я, мой внук Артем, Ниночкин муж Леня, мой зятек, ну и Коля, мой сын. Моисеевич его очень любил и относился к нему как к родному, ты знаешь. Ну, да, я знаю, он еще помог деньгами во время лечения твоей второй жене. И Коля очень сильно хотел помочь. Ну, ладно, Вить, я тебя прошу. Коля не болен, он ну, просто такой и все. Хорошо. Ну, значит, ты считаешь, что ее убили. Скажи, пожалуйста, что у тебя есть, кроме мотива? Ведь ничего нет. Ничего. Ну и причин, чтобы сигануть с балкона у нее тоже не было. Это я точно знаю. Господи, несчастный случай. Да какой несчастный случай? Так, все в сборе, да? Ну, ладно, иди ужинать, я подежурю. Давай, иди.
Дед, кинь сальце. Алло. Я не буду, я на диете. Но тебе никто не предлагает. Ты когда работать пойдешь, обалдуй. Я тебя долго кормить буду? Да я учусь. И потом, чего работать-то? Ну, а скоро бабло посыплется. А нифига повыше, а? Ты теперь богатенький, явишься к своей бабе. Удобно мама умерла? Заткнись, поддона. Сейчас! Думаешь, мать не знала, что у тебя баба на стороне? Да заткнитесь вы оба! Павел Павлович. У меня никого нет. Вы же знаете, я работаю как проклятый. И между прочим, Ниночку я очень любил. А тебе, сынок, должно быть стыдно. Кого ты такой родился? Мы с матерью все для тебя сделали. Он у тебя и дед герой. Все ублюдки. Ты дед? Больше всех. Тебя только твои монеты интересуют. Уберу, пап, я... Уберу, да. Да-да. Леня? И все-таки? Где ты был, когда Ниночка умерла, а? Это вы мне. Вы лучше у сына своего спросите. И у внука. Где они были? Мой внук, твой сын, твою мать. Я тебя спрашиваю, где ты был? В момент падения Нины Палыч отдыхал на даче с большой компанией бывших коллег из УВД Царицына. Кое с кем из министерства. Ему туда позвонили около 20:00 и сообщили о смерти дочери. А где остальные были? Леня, муж Нины, ехал домой с работы. Он выездной менеджер, развозит колбасы мясокомбината «Вилкомоз» по супермаркетам. Артем, ее сын, просто гулял. А Коля, сводный брат Нины, как всегда сидел в своем гараже. Что значит «как всегда сидел в гараже»? Палыч купил ему гараж и устроил частное предприятие по ремонту машин. Коля плохо говорит, но руки у него золотые. Страдает аутизмом в легкой форме, что не мешает ему быть отличным механиком. Все свое время проводит в гараже, домой только ночевать приходит. Санек, ты бы поел спокойно на кухне, а? Сына. Ну ладно, Бог, да, давай поедим. Нина издевалась, она смеялась. Да ну что ты, ну что ты. Она любила себя, а? Ну а если смеялась, то только в детстве, Коль. Нет, она всегда смеялась. Ну успокойся, Коль, ну а ты же ее любил. Ну ты помнишь, как ты ее любил? Так. Не так, пап, я... Успокойся, золотой мой, успокойся, я прошу тебя. У меня такое впечатление, что Палыч что-то запрещает сказать сыну. Слушай, а Палыч знает о камере? Знает, и это действительно странно. Знаешь... Это свойственно всем аутикам. У них может случиться истерика, если какая-нибудь вещь лежит не на месте. Если они собьются с маршрута или изменится у них расписание, это для них тоже будет огромным потрясением, пап. Лен, привет. Ну как насчет завтра с утра? А, ну помнишь кафешку на Сомова? Там, где твой юбилей отмечали? Хорошо. Ну ладно, целую, до завтра. Пап. Я, может быть, чего-то не догоняю, а почему ты решил, что это все-таки убийство?
Уверен, Палыч, это во-первых. А во-вторых, приступая к любому делу, мы должны проверить все возможные версии. И в первую очередь версию клиента о том, что преступление и убийство было насильственным по мотивам корысти. А значит, мы должны проверить всех возможных выгодоприобретателей. Круто сказано, пап. Уважуха. И между нами девочками говоря, ты помнишь 90-е годы? Тогда птенцы, ну это те, которые падали с крыш, с балконов, так вот, они стали размножаться, как тараканы. А все почему? Потому что рэкетиры поняли, что это самый недоказуемый вид убийства. Понял? Все, я пошел спать, а ты, как молодой, еще можешь за компьютером посидеть. Вообще в институт сегодня не пошел. Кто? Ведь кто-кто? Конь в пальто. Мы за кем как будто в городе следим? Да за Артемом. Нет, мне Палыч сегодня сказал, что он лично отвез его в институт, а он там появляется нечасто. Ну что ты не попросил Палыча, чтобы он сам своему внуку на куртку этот жучок поставил? Да не мог, потому что Палыч считает, что во всем виноват его зять Леня. А это мы взяли Тему в разработку, и поэтому наша головная боль ставить ему жучки. А вот и он. Решил не сидеть в селекции. Ну, он тебя вчера видел, так что ты идти не можешь. Придется мне. Вот здесь встань. Сейчас я тебе расскажу. Стремно мне? Да нифига, мы же команда. Ага. За команду даю больше. Мы тогда дозвониться не могли. Я телефон включил, как Гоша велел. Ты хорош ссать, а? Может, дунем? У тебя есть? Ну, я забил тут пяточку. Давай. Ребята! Смотри, тетка набралась. Нет. Лен, ты ведь сейчас без работы сидишь, да? И Васька твой бездельничает. А ты что? Хочешь мне работку предложить, Ленечка? Лен, ты всегда была моим самым лучшим другом. И всегда меня понимала. В общем, понимаешь, я хотел тебя попросить, если что, чтобы ты сказала, что мы были вместе, ну, скажем, в сквере около моего дома, когда, ну, в общем, когда она умерла. А ты где был? Да на работе я был, на работе. Просто так получилось. И здесь, сволочь. Да уж, хреново иметь тестем полковника милиции. Правда, Левочка? Да. Сколько? А коньяк? Уважайте коньячок. Коньячок. Че курим? Сигареты. Сигареты? Ну че? Помянешь мать? Ты ж теперь пацан с баблом. За что, собственно, и боролись? У тебя что, мамка померла, да? Мамка померла? Сиротиночка ты моя, сиротиночка. Ты че? Парень, ты че, а? Ну, ладно. А коньяк? Ха, прикольная тетка. Значит, алиби он себе купил, а любовницы, значит, нет. Ну, может, есть, а может и нет. Хотя, если бы любовница была, он бы любовницу попросил себе алиби обеспечить. На самом деле, надо проверить, кто такая эта Лена. Может быть, она надежнее всяких любовниц будет. Слушай, дед роет. Давай ты скажешь. Ну, тогда, что я с тобой был. Ну, если что. Ты же сам сказал, что за команду больше дадут. Слышь, что, да я вас сам сдам всех. Сам сядешь. С
Судя по всему, Лена – это старая подруга Леонида. Вместе учились в одном классе, а потом еще вместе учились в институте. Ага, она еще его бывшая соседка. И еще замужем за каким-то Василием. А у тебя что? А я обзвонил все крупнейшие супермаркеты Ногинского района, представился куратором мясокомбината «Велкомос» и спросил, почему они отказались от нашей колбасы, заказав ее. Они мне сказали, что Леонид, наш сотрудник, ни вчера не заезжал. Где он сейчас? Да пашет после лица, колбасой торгует. В Москве, правда, только. А Коля сейчас на квартире погибший. А Павлович еще ушел с утра куда-то. А что, Коля не в гараже? Он же обычно там допоздна бывает. Да ща он выйдет. У него родаки дома. Да не ссы ты. Да не все. Черт, ну камера упала, ну. Фига себе. Че, класс улечит? Вот водоканал еще не видишь, что ли? Фиг. Короче, парни, я тему просек. Я только что-то не пойму, тебя что, девушку прессингую? Пока нет, но он не верит, что мать сама упала. У меня, выходит, алиби нет. А я бабос наследую. И... ну, дед всех и вся подозревает. И скоро пронюхает, что... ну, я тогда шлялся, ну, в тот день. Да ты за мать лучше сядешь, тебе меньше дадут, чем за группу. Ты, кстати, обещал узнать, реально. Это же дед там вроде районкой командует. Да, сейчас я позвонил, я внук Павла Павловича. И мне всю инфу слили, да? Сколько трупов на районе. Ты реально обещал. Ну, ребят, ну, пока не получилось. Ну, вообще, с чего вы решили, что нам пришьют его? Нас было трое. Мы были в Царицыно. Нас там реально могли засечь. Придерживаемся старой версии. Ты понял? Ты понял? Дим, смотри. Смотри, что он делает, а? Вот фокусник, а симку из тайника достал. Вот теперь точно бабе звонить собрался. Привет. У меня есть всего один час. Я уже почти на месте. Жду тебя за нашим столиком. Около 5 часов вечера в день смерти Нины Семеновой на одного богатого иностранца, нашего эмигранта, гулявшего по парку Царицына, было совершено нападение. А на нем было написано, что он богатый? Да. Часы крутые, пальто дорогое. Ну, в общем, он за свою ностальгию по полной программе заплатил. На него нападали трое молодых юношей. Избили. Забрали кошелек, $1000, там 25 тысяч рублей, часы, телефон. Они-то думали, что они добили свою жертву. А он выжил. 2 бокала вина. Привет. Привет, дорогой. Ничего себе, любовница. Ты, конечно, мужик. То, что ты хотел, мой хороший, это тебе. И вообще в этом заведении подозрительно много мужчин. О, новый аромат от Лучи. Спасибо. Я тебя почти 2 недели не видел. Очень скучаю. Когда все разрулится? Давай ты быстренько получишь денежки, и мы с тобой уедем в свободную Голландию. Я дизайном займусь. А ты будешь дома сидеть. Ты же знаешь, что раньше, чем через полгода, не получится. Тесть, сволочь, гадина. Ведь это он думает, что я убил Нину. И ты по-прежнему не хочешь, чтобы я сказал, что мы с тобой здесь сидели? Даже Женечка, наш официант, может подтвердить. Ну как я все другим объясню? Ты меня бесишь порой. Почему тебе не стыдно быть с собой в Голландии и так стыдно быть здесь, в России?
О, здорово, дед. Что случилось? Где ты был в день смерти матери? Пет. Гулял, я же говорил уже. В парке Царицына, да? И у тебя и у дружков денег не было? На наркоту? Ну что? Скажи мне, скажи, что тебе не хватало? Что? Чего не хватало? Нормальных родителей мне не хватало. Отец по бабам шляется, матери скучно, она мужика завела. А ты, дед, хорош только, когда тебе это удобно. Из-за всех нормальный только Коля. Хоть и дебил, а нормальный человек. Иди домой. Собери вещи. Костенко, бери группу захвата и ко мне. Есть подозреваемый по делу о нападении в парке Царицына. Дожду. Дед! Не надо, дед! Я прошу тебя, дед, милый! Дед, я не буду больше, я не хочу в тюрьму, дед! Ну, я прошу тебя, дед! Прости меня, Тёма, прости. Я виноват перед тобой. Иначе не могу. Прости. Итак, Леня и Тёма вне подозрений. А Коля? Коля у нас темная лошадка. Почему? Потому что, когда он узнал о смерти сестры, он нисколько не расстроился. Поэтому нам нужно точно узнать, где находился Коля в момент смерти Нины. Слушай, пап, а у меня есть одна идея. Вот бар, где встречался Леня с его любовником, находится как раз между домом Семенова и гаражом Коли. Так, что нам это дает? Ну, пока ничего. А что, если Лёня ходил все время домой пешком? А утики ведь никогда не меняют привычек. И получается, что Коля мог заметить, как Лёня сидел вместе с любовником в этом баре. Или же наоборот, Лёня увидел, как Коля проходил мимо бара, но не сказал об этом, потому что побоялся, что все узнают о его ориентации. Коля? Слушай, мне сказали, ты в машинах шаришь. Дорого берешь? Смотря что. Это дорого. У меня генератор полетел, но мне срочно надо. Но я доплачу, за срочность заплачу. Шо? Спасибо, Колян. Выручил. Ты брал на один день. Ну ты даешь, я ж к тебе тогда заходил около 5, тебя уже не было. А я ж тебе говорил, я потом в командировку уеду на 10 дней. Откуда у тебя вообще уверенность, что он дома? Да ну, Палыч, потому что мне звонил 3 часа. 3 часа назад он поехал в УВД решать проблему своего внука. Леня спит, потому что у него выходной. Камеры ни одна не работает, потому что сели все батареи. Ты что, пошли, я поняла. Погоди-ка. Что-то странное. Туда выезд? Дома кто-нибудь есть? Повесился на собственном ремне. В записке, которую он распечатал на принтере в своей комнате, говорилось о том, что у него больше нет сил скрывать свою тайну. Пап, ну это абсолютно нелогично. Он готов был сесть в тюрьму за убийство своей жены, готовил себе какое-то ложное алиби, чтобы его не раскрыли, а тут взял, повесился и раскрыл свою ориентацию? Бред.
На клавиатуре компьютера остались отпечатки пальцев только Лени. И оперативники, которые проводили расследование, пришли к выводу, что от психоэмоциональной перегрузки он наложил на себя руки. Ну это полная фигня, пап. Ну, может быть, ты и прав, что его убили. И я, похоже, знаю как. Уже не спишь? Да мне это дело наше не дает покоя. Следователь по делу Артема сказал, что Палыч действительно к нему приходил в 8 утра, но только пробовал у него полчаса. Потом сослался на состояние здоровья и пошел прогуляться. Ты знаешь, мне кажется, что такое тонкое убийство Лени мог совершить только Палыч с его квалификацией. И ведь у него есть мотивчик. А нас он нанял для того, чтобы мы за ним хвосты проверили. И смотри, как хитро было совершено убийство Лени, когда все видеокамеры уже не работали. Ой, ну ты куда, Ларис? Да пить хочу, пошли. Ну а зятя-то он зачем убил? Его доля наследства делится теперь между ним и Колей. Артем. Дедушка Нины в своем завещании оставил такой пункт, что в случае смерти или судимости наследника по тяжелой статье доля его имущества делится между другими наследниками. Угу. А как он все-таки быстро своего внука-то сдал, а? Поплакал, руки позаламывал, но сдал? Ну понятно, теперь два наследника. Палыч и Коля. Уяснили. Давай, буди мальчишек. Пусть Дима с Сашей понаблюдают за Колей. Зачем? У него в гараже там этих жучков просто понатыкано. А у Палыча милиция дежурит. Так если в квартире Палыча, а не с самим Палычем. А вдруг он захочет сына навестить? Вряд ли он Нину убил. Он на даче был. На даче? С Палычем? Да всегда Бирюков отдыхает. Это мой бывший напарник. Мужик, что надо? Ну так позвони ему. Дай-ка, да. Вот ему-то и можно позвонить. Ну, среди ночи. Бирюков? Рота, подъем? Да ну ладно, ну что ты? Я тебе что, когда с глупостями звонил? Бери ручку, записывай. Буду должен. Чего? Я сегодня работаю, мне машина нужна. Посмотришь ее завтра? Я тут тебе поесть принес. Фрукты, водичка. Соседи сказали, у вас новая беда, а ты тут ночевал.
Да не одна. Лёня погиб. Артём в КПЗ. Да. Жизнь. Ну, Коль, ты держись. У тебя руки золотые, ты не пропадешь. Тёму жаль. Спасибо. Ну ничего, твой отец ему поможет. Хотя, говорят, он сам его властям и сдал. Тёма хотел убить человека. А что, Леня, сам повесился? Ты меня прости, просто вроде ты ни сестру, ни ее мужа не любил. Все, мой отец, моя семья. Коленька, ты где? О, Коля, вылезай. Я тут тебе покушать принес. Бутерброды. Вот. Водичка. Вылази, вылази. Волоса. Устал, поди, а? Ах ты мой золотой. Вот такие дела. Хреново, Коля, хреново. А что делать, Коль? Будем жить. Я соболезную по всем пунктам. Я Роман Авдеев, ваш сосед и благодарный клиент вашего сына. Потом, потом. Прости меня, Коля. Семён, ты не имеешь права. Я же ее заказал. Заказали, но не заплатили. Что теперь? Что теперь? Теперь я предлагаю ее человеку, который может заплатить. И какие вы претензии ко мне хотите? Семён, я заплачу больше, ты понял? Больше! Ну где? Ну платите. Ну так и сразу решим. Я выкупал ее в аукционе на свои деньги. Мне понятно, когда платят сразу. Но когда мне сразу не платят, я перепродаю. Это мой бизнес. Сука ты! Сколько лет я тебя прикрывал, гада, а? Сколько лет, Сёма? Ну, ты же знаешь, Семён, ты же прекрасно знаешь, что я за нее заплачу через полгода. Ты же знаешь, Семён! А шо, вы меня за просто так покрывали? Я вам коллекцию составил.
на такую сумму, что у меня нарушений нет. А ваше наследство, а у меня бизнес. Семен, ну ты хоть ее покажи мне. Это пожалуйста, это пожалуйста. Это сколько? Да, можете смотреть, совершенно бесплатно. Она самая, таких в мире две осталось. Одна в музее, вторая вот здесь, вот она. Пятый век. Ну так платим или не платим? Дай ей миллион баксов. Но через полгода подождите его! Под расписку. Ну, думать что угодно, ну! Семен, оставь ее мне, а? Ма, он вдруг в судорогах выскочил из гаража. Похоже на пищевое отравление. Он ел и пил то, что принес его отец. Бутерброды и воду из бутылки. Мам, слушай, а как там наш Коля несчастный поживает? Да более-менее. Он отравился водой, в которую был добавлен сильнейший ядохимикат. Ну, ним еще какую-то нечисть травит, не помню, как называется. Этот яд, он без запаха, вкуса и цвета. И продается в любом супермаркете, вообще без проблем. Значит, слушайте меня внимательно. На бутылке с отравленной водой, которую пил Коля, отпечатки пальцев только самого Коли. А на второй точно такой же бутылке, но с неотравленной водой, отпечатки пальцев Палыча. Я открою. Выходит, тот еще принес бутылку с отравленной водой. Может, клиент этот, ну, заботливый, Роман? Ну, только зачем ему это? Может быть, его. Ты имеешь полное право подозревать меня. Это твое право. Но знай, я бы тебя никогда не подставил. Никогда, знай это. Так, ребята, Лариса, выйдите отсюда. Мальчишки, давайте. Кто такой Роман Авдеев? Ну, живет вроде в нашем доме. Ну, где-то около 3 месяцев. А при чем здесь он? Значит, он поселился в вашем доме после смерти Марка Моисеевича. Постой, постой. Вроде бы да. Вить, а почему ты спрашиваешь? Нужно срочно узнать, кто он такой. Срочно. Звони своим. В общем, такие дела. Роман Авдеев, он же Шварцман, поверенный покойного Марка Моисеевича, большой любитель игры на бирже. Но, к сожалению, игрок очень неудачный. Ничего себе. Подарочек. Я убью гада! Где твой тут этот... Дверь заблокирована. Витя, Витя, да он же всех, всех, сука! В этой ситуации Нина обратила внимание на красивого соседа Романа Авдеева. Рассказала всему про свою личную жизнь, про то, что муж гей. Она, кстати, об этом давно знала. И Роман Авдеев благополучно задурил женщине голову. Сказал ей,
мол, разводись со своим мужем, а я тебя люблю и ценю так, как никто в семье. Это я виноват. Я виноват, что она с этим мерзавцем связалась. Господи, прости меня. И все бы могло получиться, как задумал Роман Авдеев. Но Нина случайно обнаружила его паспорт. Так. И по паспорту поняла, что он уже, оказывается, давно женат. И еще. Роман-то он Роман, но только не Авдеев, а Шварцман. А такая фамилия была у поверенного ее деда. Правда, этого поверенного никто не видел. Ну да. Как только Марк Моисеевич умер, ну и мы узнали о наследстве, я тут же нашел приличного адвоката, но здесь, в Москве... Шварцман благополучно растратил 2 миллиона своего клиента Марка Моисеевича. А Ниночка ни о чем даже и не догадывалась. Ей было только обидно, что Роман лжет. Ну, каков подонок. Авдеев рассчитывал скрыть свою растрату. Но когда понял, что Нина все знает, решил ее убрать. И в день смерти поставил свою тачку в гараж Кодовки. А Роман, в свою очередь, когда подходил к дому, увидел такую интересную картину. А именно, в кафе сидит Леня со своим любовником. Леня, конечно, не испугался, поскольку не знал Романа. Он подумал, что просто человек ищет свободное место. Вот и все. Поломка была выдуманная, машина была в полном порядке, все нормально. В общем, Колечка молодец, когда он увидел что-то странное и решил проследить за Романом. Но, правда, когда они вышли на улицу, Коленька растерялся. Я дошел до дома и потом забыл, почему пришел. И потом я увидел, как она упала, и я напугался. Да, конечно, он потом вернулся в гараж, правильно? В гараж. Хорошо, вот так оно примерно и было. Поэтому именно Леня стал его следующей жертвой. Роман понимал, что теперь он вынужден убить вас всех, чтобы скрыть растрату. А Леня стал следующим. Он выследил его в окошко, знал, что он находится в квартире один. И спокойно открыл квартиру своим ключом, который ему дала Нина. Потом он хотел убить Колю, потом тебя, ну а следующий на очереди был Тёма. Но, слава богу, он в тюрьме. Ну, Тёму я вытащу. Ты знаешь, этот иммигрант, ну, пострадавший, ввозил в страну наркотики. И я думаю, что мы по обоюдке уладим. Ну, вот теперь все ясно. Ну, теперь... Нет. Скажи мне, пожалуйста, почему твой зятёк... так боясь открыть свою сексуальную ориентацию, встречался со своим любовником в кафе напротив твоего дома, а? Я давно знаю. Ну, может, я ему сам подсказал. Ты знаешь, все время твердил. Хочешь, чтобы не нашли? Положи это на видное место. Ну, вроде так. Не знаю.